Друзья, всех приветствую, с вами Алексей Шредер, клуб Паши Бабича «Юкен». Вот он, собственно, тут. Здесь проходят зарубы подростков. Я сегодня вмешался между зарубами подростков, между полуфиналами. Попробую присесть. Самое страшное, у меня вечно мандраж, потому что это так тяжело, особенно после. Ну ладно, будем пробовать идти к 100 на 100. 100 килограммов, 100 приседаний за один подход. Напомню правила, их 4, приседать нужно чуть ниже параллели, ну даже не чуть, но так видно ниже параллели. На так называемые полшишечки присед не пройдет. Второе, бинтовать колени бинтами нельзя, на коленнике можно, бинты нельзя. Третье, время ограничено, на каждый повтор 5 секунд, 100 повторов 500 секунд. Если повторов сделано меньше, чем 100, то просто смотрим, за 5 секунд каждый должен получаться. То есть, допустим, 80 повторов, что меня тоже неплохо устроит, это 400 секунд. Значит, и четвертое правило. Нельзя ноги поднимать. Когда приседаешь, принял стойку, ну максимум можно вот так чуть подвинуть стопы. Но нельзя приподнимать ногу и делать вот такие движения, там разные, да, снимать напряжение. Нельзя. Встал и стоишь до конца. Сколько простоял. Было время зачетное 7 минут. Но я решил его немножко увеличить до 8 минут 20 секунд, чтобы мне было легче, потому что за 7 минут это, наверное, как-то слишком дико, да? Но это жестко. Да, это слишком жестко. 70 повторов я по тому графику выполнил и даже опередил за 4,1 секунд каждый повтор. А дальше, наверное, уже этот график, наверное, слишком сложный. Поэтому 5 секунд на повтор. Так, ну что? Получается, у нас тут целая делегация сегодня. Мурат будет засекать, я буду смотреть, поддерживать, и вон сколько людей еще тоже будут поддерживать, так что у Лехи нет выбора. По сути, наверное, я не видел людей, которые в мире делали что-то подобное. 100 раз, не дергая ногу, 100 килограмм за 8 минут, это просто я тоже нечто. Не видел, и не знаю, сделаю или нет, но минимальная задача 80 повторений за 400 секунд. Я как бы настроен выполнить эту задачу. Никогда не знаешь, в какой ты форме, как ты восстановлен, потому что здесь очень важно быть восстановленным. Плюс, ну, мало ли, поведет, там голова закружится, тогда попытка будет окончена сразу. Все, я готов. Фу, время начинается тогда, когда я отошел и только первый присед начинаю делать. Все, чем дольше тяну, тем больше мандража. Фу.
терпеть, Леха. 43. Сорок четыре. Сорок пять. Сорок шесть. Сорок семь. Сорок восемь. Время 4.02. Легко, 51. Потерпеть. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Отлично, идем. 5 минут. 61. 62. 63. 70. Отлично, Владимир. Давайте, давайте. 71. Легко. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 7 минут. 79. Хорошо, Леха, потерпи. Сколько прошел уже? 80. До конца, послушай. Давай, 20 раз. 80 раз есть. И все, и закончится все. 81. Что не так? 82. Легко. Отлично идешь, 7.20, минута осталось. Пиши. 83. Легко. 84. 85. Хорош. Потерпеть. 15 раз. 7.40 время. 86. 87. 13 раз. 88. 89. Давай, Леха, 11 раз. Потерпеть. 90. 10 раз. Поддержим. Давай, Леха. Давай, Леха. 10 раз. Давай.
92! Девяносто три, 8:24 время. 94. Давай. Терпеть, 6 раз, Лёха, 6 раз. 95. 96. Потерпеть, поддерживай. Давай. 97. 3 раза, Лёха, 3. Чуть-чуть потерпеть, легко. 2 раза осталось. Терпеть. И последний. Поддерживай. Давай. Воу. Жесть. Что у нас? Время, друзья, 9 минут 8 секунд. Не справился. Красавец. Просто. Ну как бы... Если вот здесь установить мучение, то можно и дальше делать. Время нет, не справился. Но в целом-то 100 на 100 сделал. И это был не предел. Ладно, и так сойдет. Ой. Друзья, вот для понимания, представьте, вот вы идете в зал и еле-еле только присаживаетесь 100 на раз. Алексея ноги в 100 раз сильнее ваших. И он живет на одной и той же планете вместе с вами. Это просто... 4 дня. Вот здесь будет все так болеть. Вот, вот так. Как топ-класс. Нормально. Нормально. Я не сильно запыхался. Быстрее гораздо одышка отошла. Вот что значит натренировался. Чуть-чуть помедленнее делал темп, и сразу все пошло. Это нереально. Ну да, наверное. Это просто отвал. Я где-то уже после 60-го до 80 думал, сделаю 80 и брошу. После 80, когда вы говорили 15, 10, я думаю, да ну нафиг, зачем мне здесь присутствовать? Надо было бы сейчас бросить все и в следующий раз доделать. Если бы один не делал. Это такой капитальный выход из зоны комфорта. Фу! А, все, друзья, всем пока. Мотивирует публика. Клуб Паши Бабича, который называют темным и невзрачным. Но здесь атмосфера чемпиона зожника. Как же без этого, без Супермена. Все, всем пока, друзья. А сейчас пора ехать. Дальше пропагандировать спорт. Спасибо.